Среди участников встречи Олег Передерий. Бывший моряк. Получил травму, находясь на службе. У него третья группа инвалидности. Она рабочая. Только вот с трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья не все так просто. Я остаюсь без работы, стою на биржу, все официально. Год работы нет. Прихожу один месяц, ничего, второй месяц, туда звоню. И эта история не исключение из правил. За помощью Олег обратился к Михаилу Терентьеву. Паралимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы, не понаслышке знает о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью. Являюсь членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, веду тему, связанную с вопросами социальной защиты инвалидов, с вопросами, связанными с чернобыльцами, вопросы, которые мне близки, как председателю Всероссийского общества инвалидов. Комплексная реабилитация инвалидов – еще одна важная тема встречи. Михаил Терентьев поделился подробностями рассмотрения соответствующего законопроекта в Госдуме и выслушал пожелания по совершенствованию уже существующей системы реабилитации. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».